They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my eyes. Привет, с вами снова Кристалл. И сегодня будет открытие боксов. 10 маленьких ящиков, 2 больших и 2 мега ящика. Начнем. Давайте сходим одну катку. Кстати, мне выпало 3 новых бравлера. Помните, у меня было 50 сундуков? Почти 50. Ну вот. Я их дал, короче, на открытие мистера Граниту, и там ничего не выпало. Но потом я накопил 5 боксов и открыл их. Ну, вообще, это было 3 дня подряд. Мне 3 дня подряд падали бравлеры после того открытия. Ой, ёпарасоты, ой, ё. Короче, надеюсь, то, что сегодня мне что-то выпадет. Хотя бы Биби. Из 2 мегаящиков. И 10 маленьких боксов, и 2 больших. Думаю, что-то мне выпадет. Должно. О, самое лучшее, что мне могло попасть сейчас, это робот. Ой, Кольт, забери его. Мне не надо, не надо, да ёпта. Нет! Кольт его выносит просто, не знаю, как семечки просто. Щелкает этих роботов. 3 выстрела и нет робота. Так, уходим. Нет! Попал. Короче, ребят, переходим к открытию. 3 место заняли. Открытие, напоминаю, 10 боксов, 2 больших ящика и 2 мега ящика. 1 за старпоинты. Вот тут. Вот он. Короче, ребят, переходим к открытию. А перед тем, как я открою боксы, поставь лайк, подпишись. И скоро я выпущу новый текстурпак. Обзор нового текстурпака. Погнали, 10 боксов. Думаю, что-то мне выпадет. Хотя бы, чтобы гемов нападало. А, кстати, я еще купил скин на Фрэнка ветеринара. Открываем боксы. Думаю, мне что-то выпадет когда-нибудь. Что-нибудь крутое, может быть. Ну, открыл 5 боксов. Думаю, что-то крутое уже выпадет. 3 тикета. Да там ничего не выпадет, мне кажется. Но все равно выпущу это видео. Потому что прошлое видео я не выпустил. И позапрошлое. Кстати, вначале вы видели, наверное, видео, как мне выпала Пайпер. Переходим к открытию 2 больших ящиков. Погнали. Не, ничего не выпало здесь. Второй. Поставь лайк, подпишись, и мне выпадет легендарный бравлер. А может, и эпический, а может, и мифический. Без понятия. Не-не. Пять гемов еще. Уже 10 гемов. Открыл боксы. 10 гемов. Ребят. Ребят, переходим к мегаящику. Думаю, мне оттуда что-то выпадет. Поехали. Ребят, как вы думаете, что выпадет из этого мегаящика? Гемы точно должны выпасть. И мне ничего не выпало из этого мегаящика. Думаю, ну хотя бы гемы будут. Я так долго старался, чтобы получить эти долбанные старпоинты, и чтобы мне сейчас ничего не выпало. 8 гемов выпало, круто.
Вау, вообще офигенно. Давайте поставим скин Фрэнка ветеринара. Я его купил за 39 гемов. Давайте откроем этот мегаящик. Как думаете, что мне из этого мегаящика выпадет? Ребят, нажмите лайк, подпишитесь. И мне точно что-то выпадет из этого мегаящика. Подписывайтесь быстрее. Кстати, у нас стукнуло 100 подписчиков. И я разыгрываю аккаунт в Brawl Stars с Фрэнком. Там почти 1000 кубков. Так что участвуйте. Конкурс будет завтра. И мы переходим к открытию этого мегаящика. Поставь лайк, подпишись. И мне, возможно, что-то выпадет из этого мегаящика. Но я чувствую, мне ничего не выпадет. Это персонаж. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Я думаю, мне ничего не выпадет. Ребята, как думаете, что это может быть? Ну, мне просто интересно. Пенни, Бо, Карл, 8 бит, Шелли. Интересно, что это может быть? Это Тара. Ребята, офигенное открытие. Просто я не знаю, это такое крутое открытие, что мне будет каждый раз что-то падать. Я не знаю, как это работает. Я не задонатил на этот аккаунт ни одного рубля. Вообще ноль не задоначено. Ноль задоначено. У меня есть 3 эпика, 1-2 мифика и легендарка. Я не знаю, как это работает. Как это работает, ребят? Я не знаю. Кстати, если хотите, скоро, может, открою вот этого мегаящик. Большой ящик, точнее. Какой следующий мегаящик? За 9000. Возможно, мне что-то выпадет. Офигенный персонаж, просто не знаю. Как мне фартит, я не знаю. Вот Пайпер, Пэм... Фрэнк, Тара, Леон, Мортис. Ну ладно, ребят, всем удачи, до новых встреч, всем пока!